Показываем вам видео. А, уже опять можно говорить? Ну, здравствуйте опять. И повторим, короче. Мы на территории производства волшебных гелей, лаков, красок, шпаклевок, завод Ирком, на мастер-классе. Ну и сами тут вспоминаем, ностальгия такая интересная у нас, да. То вот хотим поделиться интересным этим. Ну, все это понятно, все это проходили, но будет еще интереснее. Еще раз повторяю, была сделана византийка в стиле там павлин-мавлин, она высохла, и мы сейчас делаем следующее. Наносим колорованный воск в такую, в голубой цвет, с добавлением перламутра перлины, да? Да. Получаем такой многоцветный ход. Антураж такой. Я, правда, не знаю, что это такое. Антураж. Ну, что-то Олег еще сейчас добавит по этому поводу. Ну, что, хорошо. Материал очень классный. Это мы практикуем иркомовский воск. Сейчас вам покажу его. Они тоже улучшили формулу. Воск напиматовый, иркомовский. Сделали очень интересно. Вот Олег... Первый раз им работал, и такой у него ассоциация интересная. Сказал, как это, как йогурт. Да. Говорит, йогурт. Поэтому, ребята, рекомендую. Это для тех, кто, например, не сильно хочет там заморачиваться с авторскими лазурьками, уже есть готовая фирменная лазурь. В частности, вот завода Ирком, воск, как я уже вам показал, да, напиматовый. Вот. Вот он идет для фактурных вещей. Вот мы сделали брезой, то есть модельной массой брезой, сделали фактуру наподобие византийки, то есть отколировали ее, соответственно, в такой фисташковый, оливковый цвет. И прошли сначала бесцветным воском, сделали вроде как такую подложку, как грунтовочный слой, чтобы... Цветной воск у нас не попятнил. Если мы будем делать, например, на большом объеме, это тоже Олег тоже касается, да, что желательно лучше его первым слоем загрунтовать. То есть не обязательно это будет воск, ну вот этот йогурт, как ты говоришь. Это можно сделать и грунтовкой. Обычной грунтовкой загрунтовал без потеков. И тогда уже цветным воском ты можешь работать с добавлением перламутра, добавлением цвета. И тогда у тебя получается поверхность, у тебя не заберет, не будет забирать влагу с самого воска, с этого, с йогурта. А если она не будет забирать влагу, то, соответственно, она не будет забирать у тебя и красящий пигмент в стенку. И тебе не получится так, что ты вот тут положил, да, материал, он у тебя стеночка взяла, и ты его начинаешь растягивать, а уже все, то стенка у тебя зазурала. А так, когда у тебя стенка уже вроде как создана такая пленочка, как мы говорим, водный барьер, тогда ты смело можешь ее растягивать и делать. То есть не боится, что она попятнит, вот когда... Ты говорил, как это наносить на большую стенку. Так же мы наносим. Берем с по диагонали, понял? И наносим так же само на ширину двух шпателей. Пошел, 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 пошел. Грунтовка мы после того, как зачистили. Да, 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 да. Мы обработали его. Вот мы обработали. Грунтовка. То есть да. Мы чистили все вот эти острые. Да, да, чтобы она на ощупь у нас была такая, ну, тактильность, да, чтобы была гладенькая. И все, и потом загрунтовали, и потом только работаем уже восками, как ты говоришь. И вот то, что ты сегодня пробовал в самом начале, практиковал, да, когда ты, ну, будем говорить, привыкал к инструменту. Кстати, Саша, хочется мне Саша его назвать, а он Олег. Олег сегодня приобрел, стал счастливым обладателем шикарного инструмента, дедушки, как говорит Олег Павана, вот, в частности, вот такого класса. И мы заметили, что все здесь шикарно, края полукруглые, сталь шикарная. Но здесь, я просто забыл, да, Олег еще помнит, что здесь нужно вот эти края еще наждачкой пройтись, потому что получается полукруг здесь, а здесь они немножко, ну, сказать, недоработка. Островатые там углы. Да, острый угол, и он начинает рисовать по Венеции. Вот если, например, мы видим ойкосовский, да, то тут угол намного больше. За счет этого, может быть, нет этого ощущения. А здесь можно просто еще наждачкой снять. Это такое пожелание, предложение. Образец готов. А, еще к чему я клоню. Ты, когда сегодня пробовал, привыкал к инструменту, помнишь, ты полировал его.
Так вот, на том образце, где он, кстати, вот он. Вот на этом образце мы уже что сделали? Это тот же воск, только колерованный. Угу. То есть это по большому счету вот такая полупрозрачная, как венецианка получается. И мы его просто отполировали, и все. И вот можно увидеть, ребята, результат. Да, вот он вот такой. Так, воск колерованный, а что не, а основа какая? А основа Венеция, Венеция, нет, тоже, обычная, да, Венеция, вот мы, да, нет, тоже отколерованная. Колерованная. Да, мы ее вот так же, как под ну, античную, да, штукатурочку или средиземноморскую, мы ее отдекорировали наплывчиками, да. И потом цветной воск сверху, он высох, мы его полирнули. Это можно назвать такое... Ну, как для начинающих, да, Венеция для начинающих. Вот они там еще не до конца осознают, да, там, как его полировать. То вот этот воск может служить нам таким отправной точкой для начинающих, что ты им скрыл, дал ему высохнуть и полирнул. И уже получил глянцевую там, поверхность, которая вот, светится. Вот темное и светлое, что дает перепад этот? Темное и светлое что дает? Подложка у нас получается светлая, а воск получается темненький. Вот получается подложка вроде такая, как слоновая кость. Uh-huh. А воск у нас такой получился, как кофе с молоком. Вот. И за счет того, что мы моделировали Венецию как под средиземноморскую штукатурку, вот она, видишь, получается, где-то были выпуклости, там попал воск, и там стала она темнее. Uh-huh. А там, где верхушки, там он... Получаются вот такие светлые uh-huh. места. Вот если, например, то, что ты делал, да, вот даже взять Олега, ну или сейчас мы покажем твою. Вот если, да, взять то, что мы сегодня, вот Олег ее наносил, если мы ее скроем воском, то что получится? Вот здесь будут темненькие, uh-huh. да, здесь будут темненькие, а вот эти площадки, они будут светлыми. Олег, ты так близко не бери, он сейчас расплывчатый будет. Олег, ты слышишь этих? Все, 10 сантиметров, ну 5 сантиметров максимум, что ты можешь его... Вот так, может, ближе к свету, тогда там будет видно. То есть в данном случае у нас воск темный был, да? Да, вот в этом случае у нас был воск темный. Mm-hmm. Олег, да не нужно так близко, там он ж не, это же не макросъемка тебе. Вот. Так, что еще? Это я сказал, воск для начинающих, это вот фирма Ircom, воск для фабрези. То есть он идет, как тут написано. Вот, да, есть, например, у них воск по Венеции, а ну, Олег, дай эту баночку. Да, вот это воск, он получается по Венеции. Да не прилежи, ну, я тебя прошу, Олег, не втягивай, там винно им достаточно. Вот. Он себя представляет, как мы называли, Олег, да я тебе за это, ну, зачем ему так туда тыкать носом? Как мы называли ее, эмульсия, восковая эмульсия, он такой водорастворимый, но как мыло, да, как такое, как крем, как детский крем он напоминает, а этот напоминает, как мы сказали, йогурт, да, это совершенно другая такая, вот. Да, этот он же, да, ну вот если так взять его, да, он такой, ну, я знаю, там, ну, йогурт очень, там, хочется, если лизнуть. Вот этим как раз мы делали вот эти вещи, которые я говорил, что прозрачная Венеция для начинающих. Так что, ребята, рекомендую. Вот. В него же, опять-таки, я уже повторюсь, да, можем добавлять перламутровые краски. Вот, в частности, вот то, что мы добавляли, это перлина. Где-то я ее положил. Вот она, да? Или где она? Куда я ее засунул? Только держал в руках. А, вот она. Олег, вот она. Вот перлина, и вон да. Перлина стоит. Вот, да, эту фарбу мы добавляли в этот воск и получаем, что ну, воски перламутровые. Да. Можем добавлять там те же декоративные краски. Там золото, серебро, медь, тоже получать вот такие воски, как Олег говорит, с металлизированным эффектом. С чем хотел с вами поделиться, уважаемые? Это новый материал у Иркома, называется он, назвать можно ее, наверное, структурная.
покрытие. А почему структурное? Потому что уже здесь присутствует кварц. Поэтому ее смело можно назвать структурным. То есть ее можно даже вот как сравнить таким мелким короедиком. Вот сейчас Олег ее тестирует. И вот даже можно увидеть, даже на образце уже эти кварц. То есть если взять его за вот этим шпательком, то уже у нас, чуть оно прихватится, и уже можно, например, делать такой мелкий короед. То есть настолько мелкий кварц. То есть вот эта новая структурная штукатурка скоро появится, я надеюсь, в продаже. Сейчас мы на производстве ее тестируем. Вот видите, даже ведро без наклейки. По своим свойствам, как травинтин, как мармарин, наверное. То есть как по мне. Тоже можно колеровать. Вот где-то тут Олег делал уже образец. Да, пробовал я ее. Вот он ее. Уже пробовал, делал, как мы обозвали, дамасскую штукатурочку, да, в технике дамасской штукатурки, и потом скрывал еще Венецией. Тот же Венеция Иркомовская, и получил вот такой мармаринчик, очень толковый травинтинчик. Да, вот так вот. Олег. Ой, как красиво получается, конечно, бомба. Здесь скользящий свет. Ой, как хорошо. Все, счастлив? А я вот так бы мог, может быть, видишь, вот так она хорошо. Видишь? И вот так даже можно показать. Да, вот так еще. Вот так. Да? Это вид спереди. Это фас. Да. Ну суть, что она похожа вот на аналоги бренды там. Буквально она, так сказать, из пылу и жару. Это штукатурка. Буквально где-то мы приехали, может, год назад на Ирком, показали свои образцы. Вот, и, так сказать, заинтересовалось руководство и сделало подобную вещь. Мы ее сейчас тестируем с успехом. Уже тестировали, приезжали, вот ее улучшают. Вот она раньше была чуть больше песочка, мне не очень нравилось. А сейчас она такая вот, как пишет книжка, очень-очень близко. Вот. Ну что скажешь, Олег? Да, если единоморскую, а это у него где-то получается, где-то и карфагенская штукатурочка. Олег, как ты можешь? Я тебя сколько прошу, слезно. Не надо так близко. Какой смысл мне вот в этом, ты когда его тычешь мне прямо в лицо? Объясни. Я не тыкаю. Да как это не тыкаешь? Я как только нет. Нет, ты вот так вот встал, я вроде от твоего лица его снимаю. Твоего лица. А ты повернулся, и как раз получилось. Понимаю, извини. Так, что ты хотел? Показать, как вот это вот. Материалом. Вот этим материалом как это делается? Вот так. Да. Таким же макаром. Держу там. То есть у меня даже что-то похожее было. Да. И вот отличие рисунка вот из этого материала, видишь? Другая сразу структура. Да, но здесь, например, я бы, может быть, добавил еще старта. Стартовой шпаклевочки в него. Угу. Чтобы вытянуть вот то, что ты. Она бы была бы. И потом бы загладил бы его на полуподсыхании. Вот у нее есть такой момент, когда вот она. Ты его нанес, потом она немножко прихватилась. Да, вот перестала браться к рукам, и тогда можешь еще раз ее полирнуть шпательком, и тогда вот эти все, то, что мы снимали заусенцы механически, то это все загладится у тебя шпателем. То есть тебе не нужно будет еще раз к нему возвращаться, потому что эту ты уже шпателем не заделаешь, как ты делал брезу. Да, она больше. Тут такая получается просто там, камень. То есть я его сразу делаю и заглаживаю, как бы, да? Смотри, помнишь, я тебе говорил, ты сначала его положил, он постоял, то есть перестал браться к рукам, и только тогда ты можешь подходить к нему и заглаживать. Понял, да? Сейчас я вам еще нанесу. Он хорошо себя ведет, вот помнишь, мы тебе говорили про Маракешек? Вот в Маракешике вот ты можешь вот так просто добавлять, видишь, такими движениями. Вот она наподобие. Вот там. Да, вот то, что ты видел на том басце. Сейчас еще материальчик.
Вот уже, помнишь, как я говорил, что мы можем объединить несколько техник. То есть будет там одна, другая техника. Вот, например, как ты уже это, если тут уже и Средиземноморская, тут же и Византийка, тут же и там Марракешек. Вот как ты ее назовешь? Все, вот уже она идет вроде как самостоятельно, уже не зови там карфагенская штука только, да, или там фламандская. Ну или не фламандская, фламандская это более гладенькая, а вот карфаген, можешь назвать его. И все, она немножко прихватится. Я понял. А ту, которую мы вот под камень смотрели, это что такое? Какой прям камень на стене? Вот это он. Слоя. Венеции? Угу. То есть ты можешь, например, и воск немножко Венецию добавить. То есть мы еще это не проходили. Я думаю, достаточно для сегодня много. Да. Вот. Но этот вариант опять мы еще вернемся. Ну, в общем, я понял. То есть надо отрабатывать вот это все. Да. Для начала, я говорю, вот мы самые такие основы, я как говорил, Средиземноморская, Византийка, Марракешек, вот Карфаген, да, вот попробовал ты там, даже Дамаска уже где-то получалось. Но еще раз повторюсь, да, только практика. Практика. Угу. Ну, то есть уже на следующее возложение. Приходите уже да, как говорю, возложением рук, эти навыки, ребята, я не смогу передать. Со своими работами на Только, да, только тренироваться, вот, покупать, вот как Олег же, не поленувался, пошел, купил хороший инструмент, да, один, другой, потом купит еще модельную массу, одну, другую, купит ДВПшки и будет штудировать эту науку, да, грызть этот гранит альфрейки, правильно? Так что, Олег, небывалых тебе успехов.